ваша основная задача – наладить постоянный контакт с бароном, пока он в Москве. Бассам отправил своего сына с ним. Он его глаза и уши. У тебя, парень, никаких шансов ни жить, ни работать на моей земле. Что за стрельба? Смотри, Изад. Чтоб мой сын был в безопасности, ты понял? В городе нет хозяина, наступает беспредел, анархия. Торгуешься? Казню прямо здесь, в центре этого проклятого города. Зерхангир вышел на связь, Бассам хочет отправить его в Сирию. Хотят завести на российский рынок лучшие изделия Востока. А что, в моем деле нужно быть очень внимательным при выборе людей? Благодари Бога, что ты теперь иностранец и работаешь на этого мусульманина. Пора о Боге подумать. Хватит батюшку из церкви позвать. Здесь у каждого своя правда. И своя война. Кто ты? Я сын чеченца. Привет от Бассама. Значит, Харитон руководит из тюрьмы. Товарищ генерал, нам нужно их брать прямо сейчас, иначе мы потеряем своих людей. А мы подождем. Фатима! Будь осторожен. Ну я же не ребенок. Скорее всего, тот, кто работает на Россию, это же они постоянно нас бомбят с такой точностью. Не приближайся. Ты моей будешь. Только дотроньтесь до меня. Принеси в жертву небу, казни его. Оно твой враг, не я.